Третьего дня творцы из HBO начали показывать экранизацию The Last of Us. Планируете ли разобрать? Я две серии посмотрел. До третьей с гомосиками не дошел. Оно не, просто неинтересное. Плюс Мармонтиха там это мерзкая. Она актриса хорошая, но рожа мерзкая. Меня раздражает. Не люблю. Мне не нравится. Думаешь, оно того стоит? Там в 15 минут уложиться можно. Ну, что там разбирать? Как эти грибники с грибами из башки, вот как они на звук бегут вот в помещение, все происходит за углом, а он не видит ничего, он безошибочно бежит по коридору, не стукаясь об стенки, забегает под прямым углом в дверь, набрасывается на того, кто шумит, как-то у него так получается без зрения. И почему они для них на улице не ставят звуковые ловушки? Почему? Ну, куда бы они на шум побежали, а их там всех облить бензином и сжечь. Ну, херь какая-то, неинтересно. А уж эти тетеньки, которые руководят группировками, это вообще пипец, блин.